Здравствуйте! А вы знаете, что во всемирном медицинском календаре есть День человека с синдромом Дауна? Это самая частая генетическая аномалия, частота которой составляет один случай на 600-700 беременностей. От чего зависит частота развития этой патологии и почему она для многих стран, континентов и социальных слоев одинаковая, вы узнаете через несколько минут. А пока небольшая анатомическая справка. Впервые синдром Дауна описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти 100 лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома, которое определяется наличием в клетках человека дополнительной хромосомы. А происходит это так. После слияния мужской и женской половых клеток образуется одна клетка, причем количество хромосом новой оплодотворенной яйцеклетки удваивается и достигает 46. Из них 23 хромосомы принадлежат материнской клетке и 23 отцовской. Но иногда при зарождении новой жизни происходят отклонения. У людей с синдромом Дауна в 21-й паре присутствует дополнительная хромосома. Она появляется в результате генетической случайности, и вследствие этого в клетках оказывается по 47 хромосом. Сейчас время представить моих сегодняшних гостей. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» о болезни Дауна мы будем говорить с заместителем главного врача Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья» врачом-генетиком Юлией Захаровной Николаевой. А помогать нам сегодня будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Анна Вовк и Максим Соколевский. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, традиционно мы начинаем нашу программу с вопроса для вас. Пожалуйста, внимание на экран. Сегодня уже говорилось, что с 2012 года по инициативе Международной ассоциации Даун-синдром и при поддержке Генеральной ассамблеи ООН стали отмечать Всемирный день человека с синдромом Дауна. А вот какая дата для этого была выбрана и почему – это вопрос для вас. Ребята, у вас уже прозвучал первый вопрос. Вы можете пока покопаться в истории, ищите ответ на него. А мы пока начнем наш разговор. Юлия Захаровна, скажите, пожалуйста, а синдром Дауна – это заболевание, это синдром, это какая-то патология определенная? Как с этой терминологией правильно определиться? Ну, я думаю, что к синдрому Дауна абсолютно применимы все три термина, вообще, которые вы озвучили, Татьяна Николаевна. Это и патология, это и синдром, и это заболевание. Это серьезное вообще наследственное заболевание. Наследственное оно называется не потому, что оно передается по наследству из поколения в поколение, а потому что причина его возникновения являются изменения в наследственных структурах, в хромосомах. То есть пациент с синдромом Дауна получает лишнюю 21-ю хромосому, которая дает потом вот все проявления этого заболевания. Поэтому это, конечно, применимо все три термина к этому состоянию. Но если говорить вот о такой интересной статистике, все-таки мальчики или девочки чаще рождаются с этим синдромом? Ну, вообще такой зависимости от пола нигде как-то не отмечается и не присутствует. То есть мальчики и девочки болеют одинаково. Вот. Но почему я вот в предыдущем даже ответе начала говорить, что это наследственное заболевание, вот, но у нас вот наследственное слово ассоциируется, как правило, вот с тем, что это должно вообще где-то быть в семье, где-то быть вообще среди родственников, да? Как-то передаваться и так далее. Так вот, с синдромом Дауна, ну, более чем в 95% случаев это совсем не так, это всегда случайность. Случайность вообще для семьи, случайность для всех окружающих. Вот так случилось, что в момент оплодотворения неправильно вообще разошлись хромосомки. Ребенок вместо 46 получил 47, лишнюю 21-ю хромосому. Угу. Вот, поэтому... Юлия Захаровна, ну еще существует такое мнение, что синдром Дауна связан с возрастом матери. Чем старше женщина, тем риск рождения ребенка у нее такой выше. Только ли от возраста мамы зависит это, или есть еще другие факторы риска?
Ну, это даже не мнение, это абсолютно доказанная ситуация, абсолютно доказанная вещь, что частота рождения детей с синдромом Дауна существенно повышается с возрастом мамы. Почему? Потому что с возрастом у женщины, ну, повышается, скажем так, риск неправильного расхождения хромосом, которые впоследствии и дают потом зачатие ребенка с синдромом Дауна. И вот если взять общую частоту, например, этого заболевания, да, то, ну, в среднем такие, частота синдрома Дауна составляет где-то 1 на 600-700 родов. Угу. Если взять женщин в возрасте до 25 лет, к примеру, то у них частота рождения ребенка с синдромом Дауна составляет где-то 1 на 1000. Угу. А если взять женщину вообще в возрасте 35 лет, это уже где-то 1 на 400. А 38 – 1 на 200. Угу. А 40 – 1 на 40, к примеру. То есть действительно с возрастом матери существенно повышается частота рождения вот детей с синдромом Дауна. Ну а возраст отца, другие какие-то факторы? А вот что возраст отца как-то вообще не доказано влияние этого фактора. И, собственно говоря, никаких, наверное, других факторов риска, которые можно было бы ну, профилактически, если можно так сказать, избежать, наверное, нету. Угу. Юлия Захаровна, на каком сроке беременности можно было бы предположить о том, что есть такое вот осложнение у плода? И вообще, с какого срока, какими методами сейчас владеют врачи, чтобы поставить вот этот диагноз для будущего ребенка? Ну, вообще вопросами вот дородовой, или это сейчас называется, как это называется правильно, пренатальной диагностики синдрома Дауна, ну, медицина озаботилась очень давно. И существует вообще очень много различных скринирующих программ, которые позволяют на раннем сроке определить это заболевание у ребенка. Ну, я буду говорить о том, как это у нас в области, да, происходит. Да, в общем-то, конечно, у нас достаточно четко отработана эта система. Все беременные проходят так называемый комбинированный скрининг беременных первого триместра. Что это значит? Это значит, что все беременные проходят ультразвуковое исследование в первом триместре беременности и сразу одновременно с этим ультразвуковым исследованием сдают анализ крови, который определяет определенные биохимические маркеры в крови мамы. И потом специальная компьютерная программа, учитывая и результаты ультразвукового исследования, и возраст, и вот эти вот биохимические маркеры, она рассчитывает индивидуальный риск по синдрому Дауна у плода. И если беременная попадает в группу риска, то с этой женщиной, этой беременной, предлагается дополнительное обследование. Mm-hmm. Это уже инвазивные процедуры, которые помогают нам, позволяют нам определить уже точно хромосомный набор плода и однозначно ответить на вопрос, есть или нет. То есть к чему я это говорю, что то, что женщина, то, что семья, то, что беременная попала в группу риска, это еще совершенно не говорит о том, что болен ребенок или здоров. Это говорит только о том, что этой женщине надо пройти дополнительное обследование, которое позволит уже, я еще раз говорю, четко ответить на вопрос, да или нет. То есть получается, что до 13 недель мы предполагаем, а уже в более позднем сроке, так понимаю, наверное, к возрасту где-то 20 недель, да, плода, мы можем дать уже четкий, точный ответ, есть ребенок с синдромом Дауна или нет. Да? Ну, примерно так. Угу. В общем-то, существуют разные ситуации. Угу. Есть ситуации, когда нам необходимо получить ответ, скажем так, ну, как можно быстрее. Угу. И тогда есть метод диагностики, который проводится в 12 недель беременности, угу, и результат мы получаем буквально через несколько дней. Называется он хорион-биопсия. Но этот метод обследования, ну, скажем так, сопряжен с большим риском осложнений. Uh-huh. Вот. И если нет никаких особых, скажем так, поводов для волнения, то таким семьям предлагается пройти инвазивную диагностику методом вот амниоцентеза, то есть анализ околоплодных вод, который проводится в 16-17 недель беременности. И где-то через 2-3 недели мы получаем результат. А точность этих тестов насколько высока? Если говорить о программе комбинированного скрининга, да, или как его еще по-другому называют, биохимический скрининг, то, в принципе, максимальный эффект, который можно достичь с этой программой, то есть точность этой программы составляет порядка 90%. Угу. Вот что это значит? Это значит, что 90% беременных, у которых имеется плод с синдромом Дауна, в группу риска попадут. Угу. Но 10% пройдут с абсолютно нормальными анализами. Угу. И это, конечно, надо, ну, иметь в виду и отдавать себе отчет, что, ну, гарантии, к сожалению, вот таких 100% да, никто не дает. Угу. В принципе, уже в мире
разработана, ну, более, скажем так, совершенная программа пренатальной диагностики хромосомных нарушений и, в частности, синдрома Дауна. Это так называемая вот НИПТ или неинвазивная пренатальная диагностика. При этом исследование проводится, определяется ДНК плода в крови матери. Вот, и точность этого скрининга составляет, ну, по разным данным, 95-98, даже некоторые данные дают до 99%. Да. Но результат этой неинвазивной пренатальной диагностики, если он показывает положительный ответ, то все равно нужно подтверждать обязательно амниоцентезом или хорионбиопсией. Понятно. Скажите, пожалуйста, внешний вид ребенка, он уже с момента рождения, можно данный синдром поставить? Имеются какие-то особенности? Особенности, конечно, имеются. И, как правило, в общем-то, синдром Дауна ставится уже в родзале, что называется, в момент рождения ребенка. Вот, имеются характерные особенности. Вот, особенности там, ручек, особенности ушек и так далее. То есть эти дети, этот диагноз ставится, ну, если можно так сказать, даже по фотографии. То есть даже на основании внешнего осмотра ребенка заподозрить синдром Дауна. В общем-то, ну, как правило, даже не очень опытный неонатолог сможет всегда. Вот, но подтвердить этот диагноз после рождения ребенка, конечно, необходимо с помощью специального цитогенетического исследования, то есть с помощью исследования хромосом плода, подсчета их и так далее. Да. Ну, и известно, что у этих детей еще, кроме этого внешнего вида, есть множество пороков внутренних органов. Что чаще всего наблюдается у этих деток? Но я бы даже начала скорее не с пороков внутренних органов, а с того, что, в общем-то, эти дети, как правило, все-таки всегда задерживаются в развитии. Умственного развития имеется в виду. Во всех отношениях, да. Эти дети, в общем-то, будут расти с задержками развития. Безусловно, как и любое другое заболевание, синдром Дауна тоже, ну, может, если можно так сказать, в различной степени тяжести протекать. Но, тем не менее, задержка развития вообще имеет место всегда. Предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят. Вопрос был о том, когда и какой день Всемирная организация здравоохранения отмечает как день человека с синдромом Дауна. Кто будет отвечать на этот вопрос? Я отвечу на этот вопрос. Значит, Международный день человека с синдромом Дауна ежегодно отмечается 21 марта. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе участников международного симпозиума по данному вопросу, а в 2012 году ООН провозгласила этот день, 21 марта, Международным днем человека с синдромом Дауна. Сама же дата, она была выбрана не случайно, она отражает природу этого заболевания. Так, март – это третий месяц в году. И был выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию. А 21 число – это потому, что мутация происходит в 21 хромосоме. 21 марта в различных странах мира проводятся благотворительные и просветительские акции, флешмобы, конференции, семинары. В средствах массовой информации этот день используют для того, чтобы люди больше знали о синдроме Дауна и о тех, кто живет с данным заболеванием. Ну что ж, наверное, Аня полностью ответила на весь на этот вопрос, да, Максим? Да. Поэтому я предлагаю сразу нам перейти ко второму вопросу. Внимание на экран. Детям с синдромом Дауна действительно сложнее развиваться, чем их обычным сверстникам. Но при поддержке семьи и помощи специалистов они, как и все малыши на свете, могут научиться ходить и говорить, читать и писать, рисовать и кататься на велосипеде, заниматься музыкой или спортом, пойти в детский сад или в школу. А еще достигать успехов. А какие знаменитые люди смогли добиться в жизни многого, несмотря на лишнюю хромосому? Это вопрос для вас. Ребята, вопрос для вас второй прозвучал. Пожалуйста, готовьте на него ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Часто детей с синдромом Дауна называют солнечными в силу их такой открытости, дружелюбия. Но в то же время ведь известно, что много трудностей предстоит испытать родственникам, родителям. С чем они столкнутся прежде всего? Конечно, родителям придется гораздо сложнее, чем с обычным, в общем-то, здоровым ребенком. Этот ребенок потребует, конечно, гораздо больше вообще внимания и гораздо больше усилий от родителей по
развитию, по его социальной адаптации и так далее. Я уже говорила, что у этих детей гораздо чаще встречаются врожденные пороки развития, вот, которые могут потребовать, скорее всего, определенного лечения, определенной коррекции. Вот. Эти дети, возможно, могут чаще болеть и тяжелее болеть. Вот. Но самое главное, я на этом делаю акцент. Почему, наверное, вообще вот про синдром Дауна все-таки много говорят, да, и об этом много спорят? Что все-таки вопрос о задержке развития у этих пациентов, наверное, будет стоять всегда. Угу. Вопрос в том, в какой степени это индивидуально. И, безусловно, с одной стороны, конечно, это степень проявления заболевания, как самого заболевания, то есть особенность организма. Но с другой, во многом уровень дальнейшего развития ребенка зависит, конечно, от родителей. Вот, насколько они приложат усилия, насколько они смогут, насколько это вот будет действенно вообще. Но это будет иметь отдачу, понимаете? То есть я к чему? Что эти дети действительно, они обучаемы. Угу. То есть нельзя сказать, что они не обучаемы. Они обучаемы. Вот, они обучаемы и навыкам самообслуживания, и более склонны к музыке. Да? Вот, угу. Но социальная адаптация все равно крайне сложна. Угу. И поэтому, наверное, все-таки поэтому я вернусь к нашему предыдущей вообще мысли. Вот так вот давно и везде в мире остро стоит вопрос о пренатальной диагностике этого заболевания. По большому счету, ведь для чего, в принципе, это проводится? Для того, чтобы семья имела возможность выбора. Угу. Вот. Если во время беременности будет установлено, что у плода имеется синдром Дауна, по крайней мере, семья имеет возможности принимать какие-то решения, согласитесь, да? Во-первых, эту беременность можно прервать по нашим законам. У нас в стране до 22 недель прерывание по так называемым медико-генетическим показаниям, то есть если у плода установлена под тяжелая патология, это возможно. Угу. Если семья настроена на пролонгирование беременности, это, конечно, ее право, но семья должна быть готова к рождению у них такого ребенка. А для чего еще важно провести все-таки своевременную пренатальную диагностику? Для того, чтобы и врачи, которые участвуют в наблюдении беременных, которые участвуют в рождении ребенка, угу, и в последующем его наблюдении, были готовы к необходимости оказать ему вообще помощь медицинскую в том объеме, в котором она может потребоваться для ребенка с синдромом Дауна. Юлия Захаровна, не зря ваш центр, это центр, который занимается всеми этими вопросами. Как дальше? Какой алгоритм, когда установлен синдром Дауна? Кто разговаривает? С кем разговаривают врачи? Кому это предлагают? Решает ли это только женщина? Со всей семьей ведется ли беседа? Как это у нас в городе решается этот вопрос? Значит, при установлении во время беременности у плода такой патологии всегда приглашается на консультацию семья. Угу. Женщина решает, это ее право. Прийти на консультацию с мужем, с мамой, с отцом, со свекровью, с сестрой и так далее. Это право семьи. Uh-huh. Вот. И такая семья всегда направляется в первую очередь на консультацию генетику, который объясняет суть выявленной патологии, какая вероятность того, что у плода будут те или иные вообще проблемы, то есть суть заболевания и так далее. И, в общем-то, предлагает различные варианты решение этой проблемы. Если семья настроена на прерывание беременности, значит, врачебно-консультационная комиссия лечебного учреждения дает это направление, и, в общем-то, беременность прерывается. Если семья настроена на пролонгирование беременности, то есть на продолжение на рождение ребенка, то здесь уже обсуждается вообще вопрос на консилиуме. У нас есть областной перинатальный консилиум, на который такая семья приглашается, и обсуждается вопрос, где рожать, каким образом рожать и какая возможность помощь понадобится ребенку в зависимости от того, установлены у него дополнительные, например, какие-то врожденные пороки развития и так далее. При необходимости семья может получить консультацию узких специалистов, например, если речь идет о врожденном пороке сердца у плода. Семья направляется на консультацию к детским кардиохирургам. Угу. Если внутриутробно уже поставлена проблема, например, с желудочно-кишечным трактом, то семья может проконсультироваться у детского хирурга,
чтобы понять для себя, пояснить для себя, какой объем операции, какие шансы, какие риски и так далее. Вот. Я что хочу подчеркнуть, что все-таки очень важно установить диагноз во время беременности, но решение в любом случае принимает семья. Вот. Но, к сожалению, я еще раз хочу сказать, что не во всех случаях это заболевание можно установить во время беременности. Еще такой вопрос, наверное, закономерно, что страх сохраняется. Вот если была беременность, вот такой ребенок с синдромом Дауна, насколько, вот всегда с этим вопросом, наверное, родители приходят, насколько существует риск, что следующая беременность и будет опять вот такой же синдром? Но здесь надо немножко, наверное, нам тогда поговорить буквально несколько слов о формах синдрома Дауна. Да, более 90%, это 95-97%, 96%, ну, по разным данным, это так называемая регулярная, или как раньше ее называли, простая трисомная форма синдрома Дауна, которая возникает в связи с наличием дополнительной 21-й хромосомы. Но буквально несколько процентов есть так называемые транслокационные формы синдрома Дауна, когда хромосом 46, но 21-я хромосома, ну, скажем так, не совсем правильная, то есть на ней имеется дополнительный генетический материал какой-то вообще 21-й хромосомы. И вот здесь причина возникновения этого заболевания может быть разная. С одной стороны, это может быть новая мутация, и тогда риска того, что это может повториться в семье, в общем-то, практически нету. Но иногда бывают ситуации, когда эта мутация унаследована от кого-то из родителей, который является внешне здоровым носителем вот такого вот измененной хромосомы. И вот в этой ситуации риск повторы достаточно высокий. Ситуации, как правило, все равно не безвыходные. То есть выходы из всех этих моментов всегда есть. В любом случае, вообще у нас существует практика, и, собственно говоря, это и в нормативных документах указано о том, что если в семье уже был случай либо рождения ребенка с хромосомными нарушениями, либо прерывание беременности в связи с хромосомными нарушениями плода, то даже при наличии невысоких рисков повторения мы семье всегда во время беременности следующей предлагаем инвазивную диагностику для того, чтобы определить хромосомные наборы будущего ребенка и уже чтобы однозначно ответить на вопрос, есть или нет. Спасибо большое, Юлия Захаровна. Ну, сейчас я предлагаю послушать ответы наших ребят на второй вопрос, который касался того, какие же есть достижения среди людей с синдромом Дауна. Кто будет отвечать? Я буду отвечать. Пожалуйста, Максим. Если говорить про российских знаменитостей, то стоит выделить таких людей, как Сергей Макаров. Это актер театра простодушных. Этот театр является первым российским театром для людей с ограниченными возможностями. Также Сергей Макаров снимался в фильмах. Это такие фильмы, как «Харагин», «Старуха», «Веселый солдат», «Повесть о капитане Копейкине» и многие другие фильмы. Его роли были отмечены на кинофестивалях «Дома Ханжанкова» и кинофестивале «Сталкер за права человека». Если же говорить про зарубежных знаменитостей, то стоит назвать Джуди Скотт. Она является автором скульптур из ниток. Ее произведения искусства продаются за десятки тысяч долларов и выставляются в музеях аутсайдерского искусства. Также это Пабло Пинедо. Он является всемирно известным испанским актером и преподавателем. И еще один такой представитель из зарубежных стран – это Паскаль Дюкен. Он является бельгийским актером театра и кино. И первые свои роли он сыграл после встречи с режиссером Жаном Ван Дормалем. Ну что ж, Максим, очень интересно, вы рассказали нам про людей с синдромом Дауна, про их успехи, достижения. Юлия Захаровна, ну, наверное, стоит немножко пояснить, что почему у одних людей с синдромом Дауна есть такие достижения, успехи, а у других, к сожалению, их нету. Почему только у людей с синдромом Дауна? В принципе, у всех людей есть какие-то успехи, у кого-то их не совсем они есть. Это особенный ребенок, вот, к которому надо относиться как
к ребенку с особенностями, но он обязательно нуждается и в обучении, и в социальной адаптации, и, наверное, в признании общества, и, в общем-то, и в любви, как любой другой ребенок. Прежде всего. Ну что ж, я думаю, что сегодня у нас состоялась такая очень продуктивная беседа. Мы много открыли каких-то особенностей синдрома Дауна этих детей, поставили точки над «и», что это дети, которыми нужно заниматься. Только в этом случае они могут добиться каких-то определенных успехов. Я благодарю вас сегодня за нашу встречу. Сегодня в гостях у «Тела человека» был врач-генетик, заместитель главного врача Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья» Юлия Захаровна Николаева и двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Анна Вов и Максим Соколевский. Спасибо большое за встречу. До новых встреч!